Наурус ознаменовывает не только приход весны и начало года. У этого праздника, характеризующего солидарность и помощь людям, есть глубокий философский смысл. Наурус носит в себе идеи мультикультурализма, что является самой важной стороной азербайджанцев. Этот праздник – богатое наследие народа, которое не забыто и сохранено, несмотря на трудные страницы истории страны. Его философия заключается в том, что он имеет большое культурное наследие. Наурус — это традиционный и очень любимый нами праздник. Мы имеем великую историю, не обошлось и без сложностей. Но в нашей истории были и прекрасные моменты, одним из которых является Наурус. Люди, проживающие в Азербайджане, всегда отмечали этот праздник, который праздновали еще задолго до появления здесь ислама. Это означает, что мы имеем большую историю. Наурус — праздник, который отмечается с большим размахом в тюркском мире. 300 миллионов человек во всем мире считают этот день началом года. Наряду с Азербайджаном Наурус празднуется в Афганистане, Ираке, Иране, Индии, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Пакистане, Таджикистане и Туркменистане. Традиции Наурусов в последнее время чтятся и в Турции. Еще во времена Османской империи, считавшейся началом года, этот праздник снова отмечается в Турции. Этот праздник отмечают тюрки Таджикистана, Казахстана, Афганистана, Ирана, Средней Азии и так далее. В последнее время его стали праздновать и в Турции. На самом деле, Наурус отмечали и турки в древние времена. Ведь этот праздник ознаменует приход весны, природа просыпается, все оживляется. В Турции Наурус имеет несколько разновидностей наименований, например, Хыдыр-Элес и так далее. Отмечая этот праздник, люди празднуют приход весны и пробуждение природы. Наурус напоминает нам про такие обязательства, связанные с сохранением ценностей, как мир, дружба и человеческое достоинство, создает новые возможности к их переоценке. Именно поэтому в ООН 21 марта отмечается как Международный день Наурусу. Кроме этого, этот праздник включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Каждая нация сильнее со своими национальными и духовными ценностями, которыми может гордиться на международной арене, внося свой вклад в мировую цивилизацию. Азербайджан подарил миру не только Физули, Низами, Дедегоргут, но и Наурус, который стал также нашим вкладом в мировую культуру. Поэтому мы должны хранить и беречь свои ценности. Праздник Наурус олицетворяет пробуждение природы, начало нового года, новой жизни. Этот праздник вселяет в людей надежду, веру в лучшее будущее и процветание. Именно поэтому в некоторых местах Наурус отмечают как праздник счастья. Орхан Мамедов, Эльнара Алиева, Фарах Сабиргзы, Наиб Гаджиев, CBC.